Каждый пятый казахстанец, опрошенный Институтом общественной политики, считает, что однократный президентский срок – это хорошо. Таким образом, респонденты поддерживают идею Касым-Жомарта Токаева о том, что глава государства должен избираться только единожды, но на 7 лет. Кстати, согласно данным опроса, почти 62% убеждены, что за этот срок можно реализовать любую предвыборную программу. Население опрашивали в 3 крупнейших городах и 17 областях Казахстана. Обязательно пойду на выборы. Это было очень мудрое и правильное решение о том, что президент может избираться один раз сроком на 7 лет без права перевыборов, потому что это достаточно большой срок для реализации тех или иных планов и в целом для показателя своей работы на этом посту. Это отменит монополизацию. Я хочу, чтобы в нашей стране пенсионеры имели возможность путешествовать по миру, чтобы наша молодежь никуда не уезжала, развивалась внутри нашей страны, чтобы наша медицина была развита настолько, что к нам уже за границей приезжали за консультациями и лечением. Осенью будут президентские выборы. В нынешних условиях это может быть оправдано. Нужно внести кардинальные изменения в нашу политическую систему, чтобы больше были достойных кандидатов в числах депутатов. Каждый гражданин нашего государства он должен вести себя активно. Когда какие-то политические процессы происходят, не должны в стороне оставаться. Я хочу видеть страну развитой, 7-летний срок окажет положительный результат, что это будет правильное решение. Как на наступит момент, я пойду голосовать. Президент зависит от людей. Мы должны принять участие, должны показать, за кого мы голосуем и чего мы хотим. В целом все правильно. Я вот и вижу оценки людей. Одобряют вот эти решения его все. Выборы будут проходить. Всегда ходил и буду ходить, и пойду, конечно. Потому что я живу в этом государстве своем, в Казахстане. И детей говорю им, чтобы они обязательно ходили. Даже внуков беру с собой сейчас. Иду на голосование. Впервые 7 лет. На один 7-летний срок избирается человек президентом. И больше, чтобы он не переизбирался, я за это. Такаев достоин, должен также вот 7 этих лет достойно вот, руководить страной. Как экономические вопросы решать, так и политические вопросы.